Посещение салона красоты – неотъемлемая часть подготовки к свадьбе. Косметические процедуры, макияж, прическа – столько нюансов. С нашей парой мы отправляемся в один из лучших салонов красоты города Кургана, чтобы в преддверии главного события жизни они были еще краше. Каждая невеста, готовясь к главному «да» в своей жизни, задумывается о том, как она будет выглядеть в столь волнительный момент. Будет ли сиять здоровьем и красотой ее кожа, красиво ли лягут локоны на плечи и не оставит ли след на лице жениха ее помада. Но начнем по порядку. Для Кати специалисты студии Мэрилин выполнят процедуру под названием «Важная встреча». Это легкий экспресс-уход. И именно сегодня состоится так называемая репетиция свадебной прически и макияжа. Скажем сразу, к свадьбе готовиться надо заранее. Заблаговременно посетить косметолога, который оценит состояние кожи лица, требуется ли пилинг или достаточно пары сеансов увлажнения. Это решит специалист. А если красавицы проморгали этот момент, на помощь придут мастера студии Мэрилин. Здесь есть уникальная процедура – важная встреча. На нее-то и отправилась наша невеста. Уникальность в том, что очищение кожи лица можно делать в день свадьбы. И это не сказка. Экспресс-уход включает в себя очищение, тонизирование, увлажнение, массаж и маску. И все это настолько щадяще и эффективный процесс, что бояться покраснений, раздражений и пятен, которые неизменно преследуют девушек после процедур, нет никакого смысла. Невеста, как все девочки, которые хотят выглядеть день свадьбы на все 100%, выглядеть посвежевшей, отдохнувшей, с лучшим цветом лица. Оксана, а за какой период до свадьбы желательно делать эту процедуру? Начинать готовиться к свадьбе, ну, у каждого по-разному, вообще раз в месяц. Для молодой кожи рекомендован уход. Наша невеста побывала в кресле у одного из лучших мастеров-визажистов студии Мэрилин Эльвиры Галиулиной. Мейкап подчеркнул природную красоту невесты, сделав акцент на глаза и губы, разрушив миф о том, что нужно делать акцент либо на одно, либо на другое. Эльвира построила вытянутую форму в стиле кошачий глаз, тщательно проработала проблемные участки кожи и добавила светоотражающие элементы. Кстати, в этом сезоне в моде глянец, матовые оттенки отошли в сторону и уступили место мерцанию и сиянию. Шик и блеск. Если вы опасаетесь, что косметика сотрется, лицо потускнеет и часть макияжа останется на лицах жениха и гостей, то забудьте об этом. Сегодня профессиональная косметика настолько шагнула далеко вперед, что никуда с вашего лица не денется, и вы будете выглядеть так, словно только что вышли из салона. А вот что касается причесок, то здесь специалисты рекомендуют природную естественность. Тенденция, конечно, такая, что больше к естественности, то есть естественные локоны, пряди, выпадающие из прически, то есть чтобы не было каких-то таких прям выглаженных вариантов, чтобы легкость была, воздушность. Мы всегда выясняем, в каком стиле хочет невеста свой образ, в каком стиле общая будет, общий стиль свадьбы. Больше ей нравятся какие-то легкие воздушные образы или она любит какую-то яркость в своем образе, в макияже. Специалисты студии Мэрилин смогли воплотить в жизнь все Катины фантазии. Ей и процедура косметическая понравилась, и образ превзошел все ожидания. Процедура приятная. Чувствуешь себя отдохнувшей, свежей, кожа очень выравнивается, лица, что очень важно, день свадьбы. Я не совсем ожидала красные губы на своей свадьбе, но макияж глаз вообще очень шикарный. Я ожидала локоны, потому что мне прям нравится очень, когда естественные пряди волос, без каких-то там шедевров на голове. Но не только невеста получила свою порцию приятностей в студии Мэрилин. Если вы все еще думаете, что все эти процедуры, пилинги, масочки только для девочек, вы очень ошибаетесь. Современный мир заставляет следить за своей внешностью мужчин. Согласитесь, гораздо приятнее смотреть на человека с модной стрижкой, ухоженными руками, гладким и свежим лицом. Отличный внешний вид – показатель успешного мужчины. Мы это вам авторитетно заявляем. А если не верите, то вот вам эксперимент нашей программы. В преддверии свадьбы на уникальную процедуру омоложения мы отправили друга жениха, чтобы он на собственной шкуре, так сказать, ощутил все прелести современной косметологии. Студия красоты Мэрилин предлагает Jet Peel, одну из самых популярных процедур омоложения, основанную на газожидкостном пилинге. Это деликатный и одновременно крайне эффективный способ восстановления красоты и молодости.
Газожидкостный пилинг Jet Peel, предлагаемый салоном Мэрилин, можно смело назвать лучшим методом из всех предлагающихся в косметологии. Во многом это обусловлено его безопасностью, эффективностью и широкими возможностями для решения проблем кожи. За счет сильнейшей струи воздуха коктейли молодости вводятся более равномерно, при этом кожа подвергается полезному дополнительному воздействию. После газожидкостного пилинга Jet Peel не будет покраснений. Это щадящая, абсолютно безболезненная, но в то же время очень эффективная шлифовка кожи. Ледяная тонкая струя вот прям так нежно ходит по коже, оно так тебя хорошо охлаждает. Чувствуется, как сразу начинают поры чиститься. Ну, очень приятная процедура. Я более чем уверен, что большинство мужчин, они просто не любят долгие процедуры. А вот эта процедура, она реально, она очень быстрая, она очень эффектная. И тем более, когда у тебя такое торжественное событие, как свадьба, где ты должен выглядеть больше, чем на 100%, она прям тебе необходима, потому что ты должен, ну, как минимум, быть красивым на фотографиях. Кроме того, салон Мэрилин предлагает представителям сильной половины стильные стрижки и укладки, мужской маникюр и коррекцию бороды. Вот так вот мы одним щелчком разрушили все стереотипы. Готовьтесь к свадьбе. Поверьте, лучшего места, где сделают вас красивыми, вы не найдете. Проверена программой «Твой стиль».